Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Данис, и мы, собственно, продолжаем наше прохождение Звездные войны, Джедай, Павши, Орден. Так. Вот это место, нам туда. Мы тут помедитировали. То есть нам туда. Остановились. Да, мы уже тут прилично прошли, то есть. Пора с ним покончить. А, ладно. Он напуган до смерти. Больше никому не погибать. Ты истечешь кровью. Мы это проходили, ребят. Да, мы это проходили, но ладно. Необходима энергия. Куда? Вот он не сохранился. Далеко же. Куда ж тут? Что за бред? Молодец. Это тут терялся, куда мне тут идти-то? Нет, я вижу, куда идти. Что за бред, я это проходил, а? Почему она не сохранилась там? Ты уже прилетел вот на этот, как его, на костылик или на что там? Блин, я забыл, как я это проходил. Что забыл, потому что я не думал, что мне заново придется это проходить.
Это путь в теневые земли? Должен же быть способ пройти. Ты прав, мы не можем обыскать весь лес. Лучше вернуться к Со. Вот всё. Ну что ты делаешь-то со мной? Я, блин, достал! Я это проходил уже, я не желаю это проходить заново. Просто вот не желаю. Нет. Не желаю. Пойдем. Да-да-да, я это проходил. Пройдем еще раз. Операция переходит в сектор 7. Его называют теневыми землями. Место кишит врагами. Куда? Куда, по идее? Стражи нет. Как далеко-то, блин. Далеко. А ролик-то можно будет пропустить? Эй. Мы вас освободим. Нет, помощь не рядом. Скорее всего, вряд ли. Посещение запрещено. Я! Не бить, ты пожалеешь об этом. Что это там? Я тут думал, что я здесь сохранюсь, который это освободил Вуки. Оказывается, нет. Я. Рад помочь. Готов навалять им перцем! Хорошо, поможем этим вуки вернуться в строй. Отлично, джедай. Впереди. Мы совсем рядом. Вперед! Поймать его! Эй, они отступают! Надо держать! Им недолго осталось! Я в него попаду! Я смогу! Дайте ему отпор! Идем. Так, а мне...
Придется пустить разряд. Ну блин, ну ты что сквозь? Ты видели это, как он сквозь? Да, конечно, не допрыгнешь, блин. Молодец, молодец. Придется пустить разряд. Ну ты больной, нет? Ты джедай или кто, блин? Рыжий ты хрен. Вот ты кто. Делиметр на мне, добро, поможешь. Замкни систему. Ну ты чё, капельку, при капельку оставалось? Вот. Да... Я же по-другому не смогу пройти это место. Совсем что ли идиот? Необходима энергия. Я и в прошлой серии тут, блин, с ума сходил от этого места. Он не допрыгивает. Просто-напросто. Вот видите, вот не допрыгивает просто и все. Ему это не нужно, вот, не надо, то есть. Вот видите. Да прыгай давай уже, идиот, а! Спасибо тебе. Ты идиот, рыб. Ну давай! Ты чё, совсем больной, что ли? Вот. Вот. Вот это все я могу понять. Или мне не сюда надо. Все. Все, мы допрыгаем. Сканируем. Я бы без этого бы не смог просто пройти бы. Спасибо. Рыжий, блин. Темницам! Без звуки нам не справиться! Скорей! У них подкрепление! Пошли, пошли! Все правильно, без этого я бы не прошел. Нужно вытащить их оттуда. Джедай здесь! Попадите по нему, наконец! Мы заставим тебя заплатить за это! Ты пожалеешь об этом. Атакуем его, быстро! У тебя получилось! Руки на свободе! На крышу! Все, задание выполнено, но я вот... Я на крышу... Через этот лифт? Или через какой-то другой? Там только один лифт был. Он вниз меня поведет. Я уже был.
все доктором был. Или что-то сюда, подожди. Да, вот лифт мне нужен, но там нужно, ну, нужно... Да, нет. Да куда же? Блин, он прошел это место, и все бы сохранили бы нормально. А тут... Я же проходил это место, совершенно законно, могли бы сохранить. Я же прилетел уже на корабле в другое место. Как я это активировал, я уже не помню. Где этот лифт? Я вас спрашиваю, где сраный лифт? Никак не откроется. Я вас, мать вашу, спрашиваю. Где лифт? Дальше продолжили бы, а что здесь? Не, мне не сюда, это точно. А куда тогда? Да блин, а! Я не могу уже. Да... Ты что, издеваешься, что ли? Опять мне здесь сюда прыгать. Да блин! Ну ты что, издеваешься, что ли? О, допрыгнул, совершилось, блин. Слава тебе, Господи, совершилось, блин. Допрыгнул. Идем. Куда ты опять вниз? Куда ты меня опять вниз-то по... Совсем больной! Что ли? О! Тут ящик. А, тут ради ящик. Что это? Ой, боже. Тут заперто. Что, пошли обратно. Ой, блин, я только время свое тратил ради вот этого. Сейчас бы сохранили бы нормально, и все бы. Беди один. Давай, не допрыгнем. Куда мне здесь? На крышу. Надо питание включить.
кое-что питание. Скажет. Тут я лифт вызвал. Тут зеленое что-то есть. Но это лифт вниз. Мне он вниз нафиг не нужен. Стой! Стой! О. Что за дерьмо, а? Куда идти? Как эту дверь, я хотел сказать. Лифт активировал. Вот видите, опять вниз поехал. Ну что делать-то, блин, а? Я не знаю, я это... Мне нужна помощь. Что с ней сделаю? Ну что-то с ней я сделаю, то есть... То есть надо было... Просто тупо... Где этот лифт сраный? Где лифт, я вас спрашиваю, был? Нет, не этот. Чего вот эта дверь открывается? Так, где он? Вон. Ой, блин. Здесь его точно искать бесполезно. Поехали, короче, залпал. Это все, что я должен был сделать. Для этого мне пришлось искать проход, блин, это все дела. Еще что-то делает там, блин. Устроим ему взбучку.
Его задело! Джедай ранен! Нет, блин! Нужен Стим! Это Стим! Яйцы, отродье! Надо прикончить его! Противник под нами! Нужно остановить его! Готовься! Джедай! Не хватает огневой мощи, чтобы пробить его корпус! Мы поможем! На помощь! Сиди один! Так сделайте. Сохранили бы там, но может тут я ролик смотреть этот. Я думал, сохранят. А оказалось, не сохранил. Пропустить, мы это уже видели. Друзья! Это было тяжкое время. Мы потеряли многих, близких, родных из-за империи. Мрачное время. Но вера не угасла. Огонь не угас. Джедаи еще живы. Мы еще живы. Кашик еще будет наш. За свободу! Сделала с Кашиком. Эта история повторяется по всей галактике. Нам, партизанам, не помешал бы друг джедай. Я польщен, но у нас своя миссия, и я не могу отступить. Пока. Предложение в силе. Не забывай. Кэл. Я вот, Марика, блин, Сан. Мы это прошли. А это командир Чосик. Смотрите, тут пришлось... прости, я плохо понимаю. Чосик говорит, что сделает все, чтобы найти Тарфула и поручиться за тебя. Думаешь, он все еще жив? Верь, Кэл. Мы будем на связи с твоим кораблем. За наше дело. Все, давайте... Что тут нам делать? Идем куда? Сваливаем отсюда, в общем. Куда-нибудь, потому что... Знаешь Тарфула? Подожди. А что зелёный-то горит? Вот же. И сюда. Зелёный горит, вот это сюда, блин. Лифт тут. Вы чё, блин, совсем что ли, блин, сможете? Или вот сюда? Рад, что нам удалось помочь Вуке.
Освобождение угнетенных. Вот откуда черпаются силы для продолжения борьбы. Один момент. Нет, а куда мне, если зеленая? Очень кстати. А нельзя было просто ее открыто держать? Я прослушивала переговоры имперцев и кое-что узнала. Возобновлен проект Бур. Вероятно, Империя вот-вот обнаружит еще одну гробницу Зефа. Похоже, у нас еще много работы. Думаешь, что и другие будут в порядке? Всегда остаешься оптимистом, да? Эй, спасибо за все. На корабль. И вот это наш корабль, только и зачем я серию заканчиваю? Надо было туда до корабля дойти. Ни дня без находки. Без ролика было? Ну, наконец-то, пора сваливать. Сюда. Опять бугана. Давай. Возвращаемся на Зефо. Какой Зефо? Назад на Зефо, а? Имперцы могли найти гробницу Зефо. Нельзя терять время. Там же бугана. Один из бойцов СОК говорил об игре с высокими ставками. Кредиты лишними не бывают, верно? Ставки? Грис, одумайся. Недалек тот день, когда сброд Гаксиона выйдет на тебя. Ха! Эти оболтусы! Да я их за целый парсек уничтожу! Твое увлечение ставками не должно создавать нам проблем с преступными синдикатами. Ты права, я знаю. Просто хочется иногда избавиться от стресса, понимаешь? Но это все в прошлом. Я уверен, проблем не будет. Так, парень, садись, мы почти на месте. Зефа, мне надо на бугану вот не возвращался. Куда? У меня же там основная задача. Или я там тут находился, имеется в виду. Я всем понял. Давайте-ка посмотрим. Пора в путь. Так, ну, Зефа, я просто перепутал. Вот, смотри, значит, на Зефа. Хорошо. Эй, Грис, что это за штука? Что, ты никогда раньше не видел террариум? Видел, но разве там не должны быть растения? Ну, я был немного занят, возил тебя по галактике. Кстати, можешь отблагодарить меня семенами. Ты же ненавидишь природу. То, что снаружи, еще как. Но за достаточно толстым умбарским стеклом оно само совершенство. Ладно, посмотрим, что удастся найти. Ладно, давайте пройдем немножко, потому что времени так много. Из-за этих, блин, разработчиков, извините мне, пожалуйста, которые не удосужились меня там сохранить, который я прошел в буке с классом.
Из-за этого мне пришлось... Что там у тебя? Пришлось... побомбить. Реально, я так ну, в общем, так... Как так можно было сделать? Ну, игра хорошая, я ничего не говорю. Но вот эти вот... якобы сохранения, то они то не сохраняют, то они не сохраняют. Но нас же могут сохранить, например, не только в этом, как его, около костра, ой, не костра, а костра. Потому что это как вот Dark Souls элемент, блин. Зона медитации. Видимо, ушли на поиски гробницы. Это хорошо, но в пещерах их будет полно. Сделаю, что смогу, чтобы отследить их. Есть в этом что-то странное. Империя не сдает позиции. Около корабля там и вот таких вот, когда задание выполнено. Будьте начеку, ладно? Но не везде, ты блин, тоже. Как оказалось. И получается так, что это очень раздражает. Вот. Вот давай. Нам сюда. Вот теперь мы здесь хранимся опять. И заодно улучшим. Вот улучшение, ловкое отражение, блин, обычно у меня. Максимальный по здоровью, конечно, тоже, но вот максимальное восстановление тоже нужно улучшить. Ладно, потом его. Ну ладно. Так, если я... Я точно сюда, потому что точка тут вверху. Мне показывают. Опа. Или вот сюда. Нет, нет, неправильно. После всех наших прошлых безумий? Еще бы! Вот блин. Еще лагануло немножко. Не так прыгнул. Да. Ну вот что это было, а? Ребят, что это? Ну что это вот это вот сейчас было? Во! То он прыгает правильно нормально, то он не прыгает нормально. Ну что это за? Вот же! Нарушитель сверху! Опа! Что это за безобразие? Вот же да! Так, нам куда? К этому козлу. Козлообразному. Звездному козлу. Нифига у меня. Вот ну у меня немножко. Хотя не немножко не став. Ну а вот плюс то, что я играю на легком уровне. Понимаете, ребят, в чем здесь плюс? То, что на легком уровне жизнь не отнимает, когда падаешь. Жизнь не отнимает. Это вообще огромный плюс. Почему я не могу туда за... А, мне надо туда теперь. Карусель. Джедай! Перегруппировка! Ну ты чё, джедай, какая же это находка, блин. Мне нужно время! Живей! Спокойно! Первый раз джедай убил. Я пока взламывать не могу.
Рит короткие. Нет, не сюда мне этот пофиг. Нет. Или. А где короткий? Убил. Или мне все-таки туда вот на F3. Потому что у меня туда поднимет получается. И вот если, грубо говоря, это получается, я правильно пойду. Потому что если через верх, то есть через верх. Нет, видимо, не сюда. Потому что я приду в другом моему. Желтый я вижу и как к ним попасть. Так. Нет, все-таки все правильно я делал. Я тебе пишу. Подожди, это же другая, это как раз. А, да, я же вспомнил, я тут искал до сюда. Время потерял. Тогда пойдем. Да. Пока. Дальше, если мы пойдем на этот лифт, мы пойдем вот. Да. Нам это ничего не даст. Да, снова сначала. А, вот это. Вот здесь, наверное, вот. Да. Давайте посмотрим. Вот. Вот этот ветер, да, он нас наверх поднимет. И мы будем получим. Ой, блин, я думал, сейчас упадет, ё-ма. У нас здесь нарушитель! Готовься на моей стороне! Да что ты говоришь? Я не боюсь пробил. Боли! Давай. Нашел что-нибудь? Отлично! Так, это дверь, если мы откроем ее, мы откроем короткий. Стоп. А если я... Если я пойду... Сюда... Я попаду на этот лифт, и получается, что я... Но здесь я еще не был. Вот на этом лифте. Вообще, по идее, вот... Давайте попробуем, окей. По идее, да, правильно, но... Вот как бы он за другую сторону нас не покатил. Вот мне вот сюда и вот отсюда, и сюда вот. Да, все правильно. Как я там был. Ну давайте посмотрим. Окей. Мне кажется, я обратно туда вернусь. И мне придется опять
и мне придется опять по этим крухилям. Конечно, здесь есть большая вероятность того, что я правильный. Что это за место? Опа, вот все правильно, кажется. Только я немножко не в то направление. Получается. Нет. Если я сюда. Совсем, вернее, не туда. Сюда ему. Можно сказать, на выход. Что мне это даст? Мне это даст. Это для врагов. Вообще, если верить вот этому, то это... Да, стоп. А где там вот зеленая? Оп. Давайте сохранимся. Есть. Заодно улучшим. Вот это короткий путь. Вот это надо входим. Вот он такой. Оп, блин. Нет, немножко не так. Короткий путь. Давай. Вот. О, да, все правильно. Даже правильно идем. Да, правильно. Даже не короткий путь, а... Ну да, как бы короткий путь. В принципе, можно сказать. Конечно, опять эти карты я ничего не напутал. Нет, ну если я пойду, ну скажем, сюда, да. Следующий делать, то... Если я по идее не был, я знаю эту планету, я знаю эту планету. Что вы мне делаете, если... Он не может противостоять нам. Погоню! Вот там желтый, давайте там туда. Там все дымные. Так, в атаку! Иди. Так, да, мне надо туда. Посмотрим. Блин, он показывает то туда. Я тебя вижу! Да! Ладно, давайте ходим туда. Что так выйдет? Не издевайся надо мной. Вот.
Скорее бы они выросли. Странно. То есть... Да. И туда, видимо. Блин. Давайте посмотрим. При правильной калибровке бластер способен пробить мандалорианскую броню. Это невозможно. Попробуй так сделать, и мандалорианин разорвет тебя. Блин, ну что ты падаешь на ровном месте? Как я сюда поднимался? Ага, вот. Да. Давайте пойдем обратно. Остается. Вот давайте все-таки вниз вот сюда. Вижу кого-то под нами. Да. Со всей силы! Уничтожить его! Мне не нужна помощь, чтобы убить тебя! Вот эту вот дверь, по идее, можно сломать. Ну, как сломать. Силы сломать. Но он пока не может. Не исследовано. Точка, давай. Сэр, базу Империи покидает транспортный корабль. Да. Слышала. Они хотят отвезти артефакты Зефа на Корусант. А это значит? Что Императору интересны Зефа? Может быть. Отсюда исследуем вот куда. Вот да, все, я же говорю, мы наступаем. Вот на поезд. Ух! Этого я не ожидал. Это огромная статуя Зефа. Да, сейчас мы его типа. Я подумал, улучшим. Что внутри будут их же вещи. Где он, где он, где он, где он, где он? Где он? Вот бежал. Ой. Где ты там? Ладно, за ним. А, у меня путь типа показывает. Ну, спасибо. Вот, мы сейчас можем его увидеть. Адаптер? Да, ты да, прав. Я думаю, что смогу заменить его этим. Давай тебя подлатаем. Ну и как? Теперь он, по-моему, может взламывать как закрытый ящик. Хочешь испытать? Испытаем. Вот закрытые как бы двери это. Все. Я вижу тебя там, внизу! Я уже внизу, я в пути. Кто это там? Thank you.
Молодец. Совладать. Нет цели, да? А дверь уже не открывается. Дверь не открывается. А если я сейчас... Что это там? Идем тогда. Там другую сторону. Вот давайте тогда пойдем. Да пока. Я просто кое-что хочу сделать. Попасть вот за эту дверь. Вот, вот туда вот, вот, вот не получится. Да? Она. О, вот же. Давай. Б. Давай, Б, давай. Не срабатывает. Ну и Б. Так. Если я пойду туда, то есть прыгну. Все правильно я иду. Главное не сбиться. То есть теперь надо. Так? Видно сюда и потом да. Нет, не совсем сюда. Я вниз. Оп. Там лифт есть. Как раз он оттуда отвезет. Я опять не ошибаюсь. Ну куда ты там, блин? Ладно, давайте. Не, здесь я только что был, буквально пару минут назад.
да, конечно, с этими. Если присмотреть, смешивается. Как до него добраться? Просто если я спрыгну, я попаду в вообще туда. Не туда, куда мне надо. Идем дальше, беди. Это что такое? Мне тут ничего не сказано про это. Сказано, вернее. А, вот же этот, как его. Береги нашу Сиену. Да вот. Тормози, шеи. Идем дальше, беди. Как мне на него попасть, это великий вопрос. Вообще, по идее, вот, мне надо идти сюда. Видите, я как бы иду в обратную сторону этого. Блин! Можешь с ней совладать. То, что нужно. Не хочешь заглянуть? Что там, беди? Переключатель. С того меча. Где этот лифт, блин? Дайте мне просто этот чертов лифт. Я здесь не был, но мне тут нафиг не надо делать. Чего? Вернее, нет, почему здесь я был? Но... другом. Так, сказать. Другому заданию. Ну, стрелять мне сюда надо. Это так, то я, наверное, смог.
смотрите, вот. Надо. Если я пойду туда. Опа, опять прыгнулся. Давай, давай, стреляй. Ты не будешь стрелять уже. Хорошо. Я пошел туда. И получается, что я вышел на их. Вот этот вот ветер. Блин. Что? Немножко. Ага, вот он. Давайте так. Стой, второй. Только мне надо вверх перепрыгнуть. Это я так. Нифига себе. Нет, я лучше упаду так. Куда же тогда это приведет-то? Приведет меня это к. Нет, блин, да. Что, я же вернулся обратно сюда, я не понял. Что за дела-то, а? Ну не надо меня сюда сразу возвращать. Где этот лифт? Блин. Эти тут чё, вам этот что ли? Я не смогу что-то приходить. Что? Это вы хотите, чтобы я прыгнул? Лифт, но как я до него доберусь? А мне все равно, кстати, вниз. Ой. Ну а что это такое тут зеленое? Вот что это? Давайте сходим туда. Это лифт. Или подожди. У моего бластера был сбит прицел. Так это ж сюда надо было. С этим беги. Вы что, с ума сходили? С тобой. Кажется, там кто-то есть. Вы же мне. Вон там! Прямо там! Ты же мне говоришь, что сюда нельзя, блин. А это сюда я ухожу. Закончу с тобой, джедай! Ну вы даете. Ты умрёшь, конечно, после того, как я получил этот навык, конечно, меня можно было. Вернее, мне можно было бы туда, наверное, сходить. Но. Я не помню, ходил я после того, как навык получил или нет. Твори свою магию, Биди. Да. Спасибо, Биди. Так, если я. Давайте сохраним здесь. Не беспокойтесь о пропавшем артефакте. Я займусь этим лично. Давайте само собой сохраним все здесь, потому что я не собираюсь, как бы сказать, заново все.
проходить. Так что... Сейчас враги заново разгрузятся. Приближается... Да! Нужно держаться подальше. Вот так! Я не хочу умирать здесь! Так, 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 так. Вот желтый. Господи. А, стена что ли? Да. Наверх нам, видимо, надо. Хорошо. Ты, знаешь шутки, Биди? Не знаю. А что? Ха, классика. Так, теперь надо лазить. Давай. Внутри же должны быть какие-то сведения о раскопках, да? Всегда остаешься оптимистом. Спасибо, да, расскажи. Да. Ну тут понятно, куда идти, вот сюда. Пойдем, Биди. Заперто. Что скажешь? Супер. Гробницы не видно?
нет. И имперцы намного усилили охрану. Будь осторожен. Береги его, беди. Мы продолжим поиски. Так, конечно же, сохранимся. Его навыка. Ребят, здесь... здесь надо плавать. Здесь несколько. Пока не пройти, если мы можем, конечно. Я хочу сначала пройти. Кто тебя просил то блин, так за плюс пока через задницу. Ну ладно, давай теперь уже все правильно, молодец. Хочу пройти вот туда. Пожалуйста, не уходи, наверное. Да, все правильно. Вот туда. Здесь, по-моему, у нас ждет, если я не ошибаюсь, какой-то босс. Разведчик, они следят за нами, беги. Давай. Тем уже отражай. Это для меня какая-то тренировка. Давай уже стреляй. Понял. Еще один? Да. Давай. Успели ждать. Ой, я думаю, сейчас упадет, ё-моё. Как он добраться до твоей... до ящика? А мне сюда и надо, по идее. Бьет.
Да, все правильно. Мне туда и надо. И сюда. Все точно. Отряды, красная тревога! Командира убили световым мечом. Молодец, Биди. Так, и зеленая. Я так часто карты заглядываю просто. Думаю, мы уже близко. Я еще раньше его заметил. Чувство под ложечкой. Сначала подумал, что это из-за стрипни Гриза. А теперь оно усилилось. Думаю, чем мы ближе, тем хуже мне становится. Явно ничего хорошего. Сохранение у нас. Давайте, ребят, знаете, что сделаем? Сохранимся здесь. И закончим. Давайте отдохнем. Спасибо за просмотр, всем удачи, пока-пока, до скорости.